Вітаю вас, шановні глядачі. ОТБ запрошує вас подивитися черговий випуск програми «ТВ-матч». І, як ми обіцяли у наших анонсах, сьогодні йтиметься про велотуризм. Це дуже популярний на Харківщині і в Україні вид спорту, хоч, можливо, трошки позбавлений уваги мас-медіа. Можливо, справа в тому, що гірські траси і лісові галявини, на яких проходять змагання, не дуже такі є близько доступні для журналістів і відеооператорів. Можливо, тому що дуже великий діапазон проходження змагань не в одному місці, там у якомусь спортивному залі. Можливо, якісь інші обставини. Але ж я сподіваюся, що ця несправедливість буде найближчим часом усунена, адже здобутки харківських майстрів велотуризму досить вагомі. І на рівні навіть національних змагань, чемпіонатів та кубків. І саме сьогодні ми поговоримо про велотуризм, що це за вид спорту, про актуальний стан справ і найближчі перспективи. Отже, сьогодні у нашій студії присутні Андрій Нечипоренко. Ну, він, можна сказати, сьогодні у потрійному такому статусі сьогодні. І як член президії велокомісії Федерації спортивного туризму України, і як учасник змагань, і як наш постійний кореспондент, відеооператор. Юрій Костянтинович Васильєв, голова велокомісії Федерації спортивного туризму України, один з провідних тренерів Харківщини та України. Олег Володимирович Ковальов, тренер з велотуризму, і я так розумію, що саме під орудою Олега Володимировича сягали зараз от багатьох успіхів харківські майстри велотуризму. І нарешті багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та кубків України Федір Катихін, діючий спортсмен, член збірної команди Харківщини. І саме сьогодні Федір представлятиме активну частину діючих гонщиків, діючих спортсменів. Отже, я, напевно, звертаюся зараз до усіх гостей нашої програми, але ж в першу чергу, можливо, до голови велокомісії. Отже, Юрій Костянтинович, кілька слів, що таке велотуризм? Адже наша програма має такий загальний характер, і не усі добре обізнані навіть з дисциплінами, які входять окремо до змагальної програми велотуризму. Отже, що таке велотуризм і як проходять змагання, що до них входить? Вообще катание на велосипеде довольно популярно у нас на Харьковщине, но велотуризм отличается, видимо, тем, что кроме того, что кататься, надо, наверное, преодолевать какие-то дистанции, расстояния, и, естественно, надо брать с собой что-то для того, чтобы это все преодолеть. Что-то это имеется в виду палатки, имеется в виду снаряжение туристское, имеется в виду и то же самое питание. Видимо, этим и отличается велотуризм вообще от езды на велосипеде. Ну, тобто це самостійний вид спорту, дійсно, а не просто катання. Хоч все, що пов'язане з велосипедом, в усьому світі, напевно, зараз справжній бум і велобайкерства, і просто подорожі на велосипедах. І от вже самостійні види спорту, такі як велотуризм. Отже, і в першу чергу Олеже Володимировичу і Юрій Костянтинович, що входить до змагань? Ось скажімо, що потрібно, щоб стати переможцем Кубка України? Про це ми ще поговоримо, але які види входять? Я так розумію, що це не одна якась дистанція, просто проїхали і все, а це комплексний якийсь варіант змагань. Ну так, да, хочеться, в общем, сказати, що туризм, в першу чергу, це путешествие, тобто походний, а спортивна частина була в качестве подготовки к походам отделилась как соревнования по туризму, которые были проводились. В велотуризме есть 4 вида. Это триал, кросс, фигурное вождение велосипеда и один из основных – это ралли. Вот в этих 4 видах и соревнуются участники. Отже, ну, что такое велоралли, мне кажется, еще может представить себе навіть далекий від велоспорту, ну, тобто то проходження якоїсь дистанції з якими-то конкретними спортивними умовами. Що таке триал? Триал – це коротка дистанція, яка ставиться на 100-200 метрів всього, але необхідно спортсмену преодолеть сильно пересечену місцевість, тобто бревна, якісь камні, канави, по яким на велосипеді необхідно проехать, не потеряв равновесие, не упасть.
А вот я бачив ще, Андрій Чепаренко знімав такі цікаві кадри, як переправляються через якусь майже прірву, що на тросах якихось і велосипеди переправляють. Це просто епізод, чи це теж фрагмент змагань? Ну, тобто... це фрагмент ралі, там обов'язково вставляється переправа навісна по бревну, где необходимо велосипеды всех участников переправить как возможное препятствие, которое встречается в походных условиях, естественных. Один из этапов. Да. Один из фрагментов ралли. Один из этапов велоралли. Ну, в общем, все ралли, оно строится на системе ориентирования по этапам, которые представляют из себя технические моменты. Там различные задания, которые необходимо выполнить, вот в том числе и переправа. Да. То есть можно сказать, что это поєднує и спортивное ориентирование, и суто навички туризму классического, и гонки на велосипедах, то есть поєднання трех, скажем так, достаточно далеких, как на мою думку, видов спорта. Ну, здесь еще и знание медицины, знание правил дорожного движения, и очень многие, так сказать, это опыт. Багатогранність така ж. Да, ремонт велосипеда есть. Здесь вдруг сломались в походе, необходимо отремонтировать. Понятно. Здесь еще можно добавить в триале, как и в других видах, что, как бы, можно сказать, 12 килограмм. Именно в этих видах, в виде Кубка Украины, значит, спортсмен должен был вести 12 килограмм веса. Если у него ничего с собой нема, бери гантели, так? Дело в том, что соревнования постепенно развиваются. Точно так же, как есть категории трудностей, эти категории трудностей велопоходов, от этих категорий сложностей идет присвоение спортивных разрядов. Точно так же и соревнования, они по классу, которые соответствуют этим категориям сложностей. И Кубок Украины проводится на классе 4 и 5. И в зависимости от класса соревнований идет и километраж, идет сложность. Чем сложнее класс соревнований, тем больше сложность, тем больше препятствий на этих соревнованиях и тем больше груз. И для ребят, и для девушек. В зависимости от того, как представлены команды, либо одни мужчины, либо с женщинами, идет учет груза для именно этих участников. Додаткові технічні умови. Ну, скажімо, Федір, я розвертаюсь, з усіх цих видів є у вас якийсь коронний, улюблений, чи усі рівні? Ну, во-первых, первые три вида – это фигурка, триал и кросс. Они идут как комплекс, поэтому их можно любить три вида вместе. Три в одному. А ралли – это, конечно, мне кажется, самый интересный вид, потому что он больше приближен к туризму и к ориентированию. И идет длинная дистанция, 40-45 километров. Идет решение всей командой, поэтому мне это больше нравится. Тобто тут важливі и витривалість, и майстерність, и... дистанция понад 40 километров, это достаточно вагомо. Да, надо тут сказать, что туризм – это командный вид спорта, и от каждого в команде зависит успех. То есть как зачет по последнему. А, вот так. Если кто-то отстает, команда должна часу, взять... а по остальному. Да, то-то... команда должна взять, может быть, груз у товарища забрать, может как-то помочь ему в чем-то. Что, кстати, было? А сколько спортсменов в команде? Ну, в велотуризме 4 человека команда. Тобто, може, 3 бути аса, суперпрофі, вони їдуть так, що все ж там... Да, а четвертий отстає. Летять, а четвертий ніякий, і все, команда може програти, так? Так, да. Ну, якщо ті, кого не витащить власноруч. Ну, отже, повертаємось безпосередньо до змагання, насамперед про Кубок України, адже інформаційним приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі став саме успіх харків'ян на змаганнях Кубка України. Отже, де вони проходили, що це було за змагання і їх підсумки саме для харків'ян насамперед? Уже 5-й раз в цьому році проводились такі крупні соревнования на базі нашого лагеря від НТУ-ХПІ студенческий. Це недалеко від Алушти. Малий маяк? Да, Малий маяк. Вот. Чудовое место там, да. Дуже такая красотища. Довольно понравилось. Всегда представители Украины с удовольствием приезжают к нам, потому что и руководство, и кафедры, и руководство института, и в частности, и руководство того же самого лагеря идут навстречу, потому что не всегда даются деньги в том нужном количестве, чтобы обеспечить нормальные соревнования. Если бы не было поддержки... Я думаю, не всегда, а просто всегда немає. Да. Финансирование – это больной вопрос. Вот. И, наверное, не только нашего вида спорта, да.
В частности, на этих соревнованиях, на этом Кубке Украины, было представительство из 8 регионов Украины, 10 команд. Первое место кубок достался Черновцам. Наши немножко уступили, получили кубок за второе место. И на третьем месте были команды Львова. Чудово, це у загальному заліку, за всіма чотирма видами. А в окремих видах як виступили харків'яни? Могу сказати, що харківська команда завжди виступає хорошо на ралі. Не то, що хорошо, я навіть не пам'ятаю, коли вони займали вторі місця. Федор не зря сказав, що любить ралі. Ну так, то є і за що його любити, саме в плані результатів. Як правило, вони займають перші місця на ралі, на цьому самому длинному етапі. Потому что этот этап, в зависимости от класса соревнований, иногда более 50 километров. Учитывая, что это была местность Крыма, а набор высоты был около 1000, суммарный набор высоты имеется. Перепад высот. Да, перепад высот был около 1000 метров, и самая высшая точка была, если мы начинали, старт был около моря, то самая высшая точка была, надо было подняться на 600 метров над уровнем моря. Ну, то есть... нічого собі, то на витривалість дуже-дуже-дуже вагома. І отже, все ж таки, віваралі перемогли, інші всі види були близькі до призів, чи важко сказати? Да, на комплексній дистанції, по многим отдельним дистанціям, на наші теж займали хороші місця, але непосередньо на комплексній дистанції вони зайняли третє місце. Ну, тобто, все одно призах. Так, теж були призах. Ну, то, можна вважати ще безумовний успіх Харківської школи велотуризму. І отже, тоді знов повертаємось до загальних справ. Як зараз йде розвиток велотуризму? Що можна сказати у загальних окресленнях про харківський та український велотуризм? К большому сожалению, несмотря на то, что все, вернее, очень много катаются на велосипедах, довольно мало кто знает, что такое велотуризм и что есть какие-то соревнования. Для того, чтобы кто-то либо узнал, либо что-то хотел заниматься, наверное, им надо чаще обращаться и на сайты федерации, и спортивной и федерации Украины, и, может быть, даже наши сайты, которые есть от Федерации Харьковской области. В частности, каждый год в нашем турклубе, а турклуб ХПИ – один из ведущих клубов не только в Харькове, но и на Украине, я провожу бесплатную школу по туризму, по технике туризма и по теории туризма. Вот. Эта школа каждый год работает. Работает она регулярно, по вторникам мы не меняем. Это для того, чтобы люди не сбивались. Фирменный день такие, да? Да, фирменный день. Начинается на 18.00 в нашем турклубе ХПИ, который расположен недалеко от метро Пушкинская, молодежный парк. Спорткомплекс. Да, спорткомплекс. Спорткомплекс, да. 201 комната. Чудово, отже, є куди звертатися. У нас же не так багато чого залишається, на жаль. Отже, по хвилинці, напевно, розпочнемо, безумовно, Федір, з вас. Про себе. Чому обрав саме ось такий вид спорту? Як це сталося? Ну і взагалі трошки про себе. Навчаєшся, працюєш? Ну, почнемо з того, де учусь. Учусь я в політехі, в ХПІ, Харківському політехнічному інституті. І перед тим, як поступити в інститут, у мене сім'я дуже любить природу і дала цю характеристику мені. І ми дуже часто були на природе. Получается так, что я привязался к этому очень с детства. Я с детства начал кататься на велосипеде, наверное, лет 7. И получилось, когда пришел в институт, узнал про туризм и узнал, что можно участвовать на велосипеде в этом виде. И получилось, две любови поединались. Да, получилось так, что начал заниматься этим. І, тобто, одразу ж вийшов на цей вид спорту, не проходив ні з велотреку, ні з велошосе, одразу до велотуризму. Да. Ну, тобто, це така вже спеціалізація дуже важлива. Олеже Володимировичу, а як ви обрали велотуризм? Ну, я, в общем-то, являюсь преподавателем кафедры физического воспитания в том же политехническом институте, и вот специализация у меня туризм. А велотуризм – это мой любимый вид туризма, потому как я и путешествую на велосипеде, походы высшей категории сложности есть у меня в запасе. Ну и в то же время вот люблю соревнования.
стал тренером. Вот такие ребята, как Федор, попадая ко мне, могут реализовать себя. Часто сталкиваюсь с тем, что в туризм выбирают такие натуры романтические в основном. У них представление костер, романтика какая-то. Ну, на самом деле, туризм – это довольно жесткий вид спорта. И, хоть романтики тоже выстачает? Романтики, да, тоже хватает, конечно. Да. Нею не обмежуется. Ну, в общем, справа. Да, этим не ограничивается. Совершенно правильно. Чудово. Отже, и Юрий Константинович, вы, будь ласка. Как я попал в велотуризм? Да. Вообще-то я или тоже... вы там были завжди? Нет. Я в детстве не имел велосипеда и в 12 лет стал собирать велосипед. Это вот... У вас ручка? Да. Сам собрал велосипед и вот стал кататься. А туризм, любовь к туризму мне привел мой первый тренер, Кочетов Георгий Максимович, с которым я ходил в походы. Ходил в походы абсолютно по другим видам спорта, туризма вернее. Это лыжный, горный, пешеходный. Вот. И попутно просто ездил на велосипеде и потом, гораздо позже, узнал, что существует такой велотуризм. И опять-таки соединил свою любовь велосипеда и гор, стал тоже руководителем многих походов высшей категории сложности. За последнее время несколько раз были на Тяньшане. Вот. И на следующий год планируем Кавказ. Высшей категории сложности. Ну, собственно говоря, это как все романтики. Чудово. Романтика и спорт, действительно. Вот мне Андрей Станиславович. Ну что, велосипед, так сказать, с детства ездил на самокатах и на чем угодно, в общем. А именно туризм, значит, в 81 году путешествие с Рябцевым Игорем, значит, Харьков-Ласпи, 780 километров за 3 дня, значит, 16 килограмм груз, и по 300 километров в день. То есть вот это, ну, готовились, естественно, по выходным дням, Красноград и назад, по, ну, получается, 200 километров. Это вот это первое, что у меня как бы привело в туризме, на велосипедный вид спорта. Ну, немножко так, еще я учился в ПТУ в пятом, и был учеником, и немножко вот занимался у ссылки на стадион «Старт». Вот. Ну, а дальше... служба в военно-морском флоте, и после этого уже я, конечно, как бы путешествовал и на байдарках, водил группы, и даже в пустыне побывал, в походе, значит, велосипедном испытал, что такое вода, в общем, попробовал все это. Ну и, в общем-то говоря, так же самые пешие походы и участие в разных категориях сложности, в общем, это параллельно то, что я еще занимаюсь другими видами спорта. Ну и другими видами спорта. Я еще раз хочу нагадать еще Андрей Чепаренко, также є постійним нашим корреспондентом і багато цікавих репортажів привозив. І ось, зокрема, з Криму. Зараз ми бачили і в наших новинах, і в програмі «Спортивний тиждень», та в інших програмах СКХ. Отже, чудово, що ось зараз ви поєднали теж свої кілька захоплень. І сподіваюся, що ваші навички журналіста та відеокореспондента стануть у нагоді і Федерації туризму. І останнє питання, у нас майже не залишається. Куди можна звертатися тим, хто хотів би зайнятися велотуризмом? Можуть записати мій телефон 097-032-2644. А звертатися до 201-ї комнати, да, спорткомплексу, да, «Політех». Да. Ну. Ну, отже, я сподіваюся, що і після нашої цієї передачі, і взагалі, оскільки зараз така ось мода пішла, а мода дуже чудова, мода на здоровий спосіб життя взагалі, і на велотуризм зокрема, сподіваюся, що у вас додасться і бажаючих, ну, звісно, з тими турбот тренерських, ну, то, напевно, справа вже приємна. Отже, ще раз дякую усім вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що... У нас були Андрій Чепаренко, Юрій Васильєв, Олег Ковальов та Федір Катихін, майстри велотуризму харківські. І я вважаю, що до теми велотуризму ми ще неодноразово повернемось у наших наступних програмах спортивного каналу «Харків». А зараз я хочу ще раз подякувати усім, хто був з нами в студії, усім, хто нас дивився. І дивіться ОТБ, сповідайте здоровий спосіб життя і, зокрема, захоплюйтесь велотуризмом. Отже, до нових зустрічей, на все добре.